Dame un tool. Sí, check. И теперь поехали разбирать. Рука слишком высоко. Чуть-чуть пониже. Между локтем и корпусом. Где-то ладонь должна быть. Или кулак. Опять стойка широкая. Нога примерно должна была быть где-то здесь. Здесь на замахе рука должна быть на уровне челюсти. И смотрим, соответственно, в ту сторону, куда собираемся делать движение. Опять высоко, опять перезагнул, немножко меньше сгиб этот. Или дальше ногу можно отставить вот сюда, например, тогда будет очень неплохо. Стойка, соответственно, широковата. Удар должен быть четко в середину, а он в сторону ушел. Сейчас хорошо. А это тоже опять в сторону. То есть правая рука косит немножко в сторону. Опять длины не хватает, в сторону ушел. То есть нога должна быть на одной линии. А ноги не на одной линии. Она чуть в сторону ушла. Дальше рука должна здесь защищать голову. То есть локоть должен быть выше. И плюс еще здесь рука выше плеча ушла. То есть на пунде. Та же самая, те же самые ошибки совершенно. Два. Вот здесь более-менее локоть чуть повыше. Три. Здесь бы ногу сюда подальше чуть-чуть. Вообще было здорово. Корпус 45 градусов. Здесь сейчас подмышки, здесь все правильно. Раз. Два. Немножко сместился. Получается, должен был два корпуса.